Сегодня 26 января, канун полного освобождения Ленинграда от блокады. 27 января, 70 лет назад, советские войска отбросили немцев от осажденного города. От города-героя, который выдержал очень длительную блокаду, которой нет, которая беспрецедентна для мировой истории. Мы гордимся, что являемся потомками тех людей, которые отстояли этот город, и сегодня же будем возлагать в их память цветы на Пискаревском мемориальном кладбище. Вечная слава героям!